have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, мы с вами в Экзаниме. И меня тут посетила одна такая мысль, немножечко интересная. Мы нашли здесь карту, мы нашли здесь хилочку, собственно говоря. Мы нашли лучшее оружие на этом этаже, вот эти вот мечи. Когда я с вами в прошлый раз говорил, что это лучшее оружие, естественно, я имел в виду до того, как мы найдем там самозатачивающийся меч, например. Ну, то есть, ну, на этом этапе это лучшее оружие из мечевого, так скажем, из мечей. Так вот, половину этой карты мы полностью исследовали. Во второй половине нас ждет исследование, но каких-то интересных вещей там не будет. И я подумал, что это хаб, мы сюда все равно вернемся. И мы все равно отсюда будем уходить еще к големам, мы отсюда будем уходить еще к рынку и всякое такое. Давайте сейчас сходим в подвал. У нас есть уже достаточно оружия, чтобы сражаться с псинами, которые там обитают. И также у нас будет шанс достать самозатачивающийся меч и уже с ним вернуться сюда и быть в более выигрышном положении. Поэтому считаю, что нам нужно сейчас сюда пойти. Кстати, знаете что? Помните, какие у нас были стенки на рынке? Вот эти полуразрушенные стенки, в одну из них мне удалось пройти. И учитывая, как они выглядят здесь, так, С, что у нас там, 6 было, да? Ладно, попробуем захватить одну из этих тварей. С прошлого выпуска я сделал некоторые выводы для себя насчет захвата, насчет... Я до сих пор точно не понял, как это работает, но, опять же, спасибо, указали мне. Я захватил одного из скелетов, пока мы дрались. Просто он уже был агрессивный, и поэтому он продолжил драться с моим напарником. Если бы я его успокоил, то, пожалуй... Это работает. То, пожалуй, мы могли бы его себе завербовать. Короче, да, идем, играем сегодня в симулятор лампочек. В прошлый раз я тоже, по-моему, в эту же сторону шел. Я не уверен, хочу ли вот этих вот псин захватывать себе, нужно ли оно мне. У них вроде как оружка, наверное, не кастомизируется, хотя черт его. Все эти лампочки включаются. А-а-а, крутяк. Нет, я видео, наверное, все равно буду высветлять потихонечку, но... Сейчас это выглядит совершенно по-другому. Честно сказать, это было крайне незаметно в прошлые разы, когда я играл. Я его успокоил. Так, стоп. Что у нас там было? 4? Черт, я забыл, какое успокоительное. Иди сюда. Ну вот, я его хедшотом успокоил. А, тебя сильно потрепали? А, не, нормально. То есть он ему все-таки броню не пробивает. Я его захватил! А, я забыл, какая кнопка у нас успокоительная. Нет, не ты. Вот ты. Так, нет, это не то. Calm. 4. Там кто-то за дверью, что ли? 4. Фух, надо попробовать запомнить, я растерялся. Да чтоб тебя. Успокойся, фарш. То есть его не убили, но его вырубили. Поднимайся, чувак. Где твоя пушка? Вот она.
через его ногу перецепился, ты серьезно? Как ты? Да, то есть красного урона ему не нанесли, но его попинали по желтому урону, и поэтому он вырубился. Меня это радует. То, что ему не наносят красного урона, меня это полностью радует. Ладно, вот этих чуваков потихонечку мы их тестим. Да, их можно захватывать. И насчет успокоения пока я не понял, как это работает до конца, потому что я ему нажал успокоиться, но почему-то команда «Узбогойся» не сработала. Ну, он продолжил драться. Или, минуточку, или успокоение во время драки уже тоже не работает. Это нужно успокаивать чувака, пока он только... ну, только собирается кого-то бить, да? Надо будет это узнать, как это все... Тырточку, да? Это... Оп. Блин, как же это круто! Тут можно включать освещение. Оно почему-то работает. Я даже не буду задаваться вопросом, почему. Карту я не особо помню, но вроде как она не очень большая, во-первых. А во-вторых, серьезно, сундук без никто? Ну да, тут ржавая кувалда и весло, лопата, ладно. Смеемся после слова лопата. А? Кто не засмеялся, тот сами знаете кто. Лопата. Так, ладно. Пустой сундук? Тут такое было? Тут же вроде как сет шмоток можно было собрать, или мне кажется? Ладно, в любом случае, фарши мы тогда будем потихонечку убивать, наверное. Они все включаются. Какая красота. И по лампочкам я буду определять, был я здесь, не был. И вообще, при свете ориентироваться, ну, конечно, в разы удобней. Единственное, что, наверное, теперь из-за шагов собственного напарника я буду шугаться, типа, кто здесь. Ну ладно. Так, тут у нас сточные воды, это свет сверху идет, хотя вот эту лампочку... Все лампочки можно повключать, вот это красота. О, слышали? Фарш пришел! Это даже не фарш. Ну и все. Как вы их там называли? Пасть? Ну да, с этим оружием, с ними справляться, в общем-то, не проблема. Единственное, что мне бы доспехи получше, а то я одел нашего другалька. О, еще один фарш. Так, это я подставился, уйди! Уйди! Ты еще не все? Я думал, ты все. Блин, тут скользко. Да поднимайся ты. Все. Они не пробивают по красному, я так понимаю. Они просто лупят по желтому, но по желтому лупят они довольно сильно. Как ты? Да, у него все хорошо. Значит, нет, не ты. Ты. Что мы качнули вообще? Страх. Требует единства. Так. Мы качнули постоянно маскировать свой разум, да? Спиритическая форма, массовое спокойствие, не это, так. Loyalty. Мне сейчас ничего не доступно, пока я не прокачаю уровень, я так понимаю, да? Ладно. С местной фауной мы вроде как нормально разбираемся. Они не представляют какой-то особой сильной угрозы. Естественно, это экзанимы, и тут все представляет угрозу, но... А, это я здесь был. Окей. По лампочке видно, что я здесь был. Тут же вообще, в принципе, лампочки ни одна не работает, так я понимаю, когда я прихожу, или... Ну вот, вот это, например, не работает. Мы ее включаем. Я не могу. Каждая лампочка для меня маленький праздник. Постараюсь... Знаете, покемоны, поймай их все. Лампочки, включи их все. Как он дотягивается до нее, правда, не знаю. Ну ладно. М-м.
Да хорош, не вырезайся. Что-то есть? Что-то, что-то, что-то? Ничего? Лампочка есть, хорошо. В общем, вот это подземелье в прошлый раз, оно мне показалось не очень таким тяжелым местом. Погодите, а не в этом случайно подземелье мы находим вторую версию всевидящего шлема? И еще, ладно, такой вопрос. Я вижу в темноте с этим шлемом. Да, все хорошо, все нормально. Но когда мы... Ну, мы же ходим теперь без факела. Что с нашим другальком? Как он сражается в темноте? Он видит, что происходит или нет? Может, ему эту версию... всевидящего шлема поставить, чтобы ему типа подсветочка какая-то шла. Вот этот вопрос, он меня так на подкорке мучает уже там какое-то время. Так что было бы неплохо и с этим тоже разобраться. Оп. Тут у нас ничего. А, точно, это гузло, да? То, что я изначально воспринимал как возможный выход из канализации, вот это вот гузло огромное. Ау. Дружище, давай сфоткаемся на память. Мы с гузлом. Погоди, вот так, да? А, темный кадр, ладно, поищем что-нибудь получше. Это мой друг Салливан. Где мы с ним только не побывали. Посмотрите. Это мы с Салли в крепости. Это мы с Салли в подземелье. Это мы с Салли в хабе. Тут я был. Тут мы тоже уже с Салли побывали. Стой, это что, выход что ли? Нет. А, я заблудился. Поздравляю. Сам себя, в смысле. Ну, то есть, это ж нужно уметь, правильно? О. Вот это я еще не зажигал. То есть, даже с лампочками я умудряюсь ходить по кругу, тупить и... Оп! Ты вообще там что ли это ты чё? После двух хедшотов он берет и на меня кидается. Вообще нормальный. Фарш, успокойся. Надо бы немножечко отрегениться, наверное. Нет, хилочку я пока жрать, наверное, не буду. Посмотрим, как это все будет работать. О, я это место помню. Тут эти все люди, скелеты, вот эти все превращения. Ну, частично помню, окей. Не полностью, но... Ну, я точно помню, что я тут был. В смысле, понятно, что я тут был в прошлом прохождении. Теперь я вспоминаю, как это все... Ладно, вы, короче, вы меня поняли. Да ну не пересыпайся ты через него каждый раз. Ладно. Так, лампочка. Не пропускаем. Тут все лампочки абсолютно включаемые. Это прикольно. То есть нет такого, что вот тут можно включить, а вот тут нет. Нет, все можно включить. Круто. Фарш. Фарш бежит. Нормально. Ты как, в порядке? Тебя там задели вроде как? Не, нормально, нормально. На него броня держит. Мне кажется, что это было правильным решением отдать ему хорошую броню. Сейчас меньше за него переживать. О, интересная комнатка. Если я найду карту... Тут же вроде была карта на подземелье, если я ничего не путаю. Да, была, потому что я по ней ориентировался, находил он то гузло. По
крайней мере, вот такие вот комнатки, они очень годятся для того, чтобы на карте их быстро находить. Они очень заметные. И чё, ничего? Ну, ничего. Будет вам еще чё? А то чё? Ну, тут вам вообще ничего. Так, туда проход, сюда проход. Не-не, туды и сюды. Как там? Ну, смотрите, да. Так, должен признать, что в разы легче, в разы лучше. Вот эти... О, это пасть? Пасть. Вот эти... Вот лампы, они служат ориентиром. Кроме того, что я вижу трупецких, которых я тут уже накрошил, так еще точно могу понять, был я здесь или нет, именно по количеству зажженных лампочек. Огромнейшее спасибо, кто мне это тогда подсказал. Это случилось долгие полгода назад, если не еще больше. Ох, смотри какой, смотрите, какой импакт. Вообще просто чудовищный. То есть, дэмэдж не такой большой, но эта штука, если приземлиться на голову... Ох, ёлки-палки, человека уронит точно. Фарш. Фиг тебе с лошадину голову! Уехал, уехал, нормально. Да, они, в принципе, вот этими мечами, эти мечи хороши именно тем, что хороший слэш-урон. Они с этих мечей с двух, с трех, максимум с четырех ударов улетают очень качественно, очень хорошо. Я вообще доволен, как слон. Слушайте, это не то место, где... Ты кто вообще? Ржавенькие вещи валяются тут. Ржавенькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять. А, вот же сундук, я же говорю, это место похоже, как будто тут был сундук. О, тут есть. Тут есть. 4, 1,5, 3. Не, ну это лучше. Вот эту штуку я себе заберу. Это мне понадобится. Перчаточки, но они хорошие. Но нет, ну у тебя же тоже лучше вроде как, да? У него прям хорошие перчатки. Да, 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 да. То есть тут можно собрать сет. Давайте я их просто заберу. Чисто из-за того, что, ну почему они тут лежат. Но я их потом куда-то в лучшее место переложу. Зачем они тут будут гнить с вот этими всеми гадами. Вот, но по сути... Этот сет мне тогда вроде как был не очень нужен, и сейчас он уже не настолько хорош. Но, однако, все-таки тот меч, который здесь лежит, вот меч, он прямо меч, да. А где лампочка? Что-то давно... Вот эта штука выглядит очень подозрительно, ну ладно. Что, тут нету лампочек? А, вот, есть. Блин, превратили меня в чертового наркомана. Хожу теперь. А, лампочка, лампочка, где лампочка? Враги, да пофиг на врагов, где лампочка? Лампочка, дайте мне лампочку. Шмотки, да пофиг на шмотки. Ну это, я не знаю, чем это увлекательно. Это как ачивку собирать. Ладно, что вам рассказываю. Так, это вот центральное то место, к которому я сначала не хотел идти. Ну, сначала... Корешки эти растут. Корешки коренья. Я думаю, каким нужно быть внимательным, чтобы вот самому, то есть я думаю, что это в каких-то логах было написано, что тут есть лампочки и всякое такое, но каким нужно быть внимательным человеком, чтобы самому взять и такой: о, там какая-то пимпочка торчит, давайте-ка я посмотрю, что это. И вот это, кстати, прикольно. Вот тут красиво прям. Ха. Интересное кино, ладно. А, ну вот, кстати. Еще одна фишка. Я, поскольку вот в первый раз играю магом, в первый раз делаю такой билд, я не очень грамотно поступаю. У меня постоянно есть какая-то магия.
которую я не могу прокачать из-за того, что мне не хватает поинтов. Но с другой стороны, оно ж хочется все, хочется и боевку, хочется и броню. Броню третий уровень нужно прям обязательно. Привет. А, это полуфарш который, да? О, уровень пришел. Все, мы этого чувака ушатали. Наконец-то я сейчас уровень прокачаю. У него ничего нет. То есть его пушка, наверное, где-то валяется. Вот это она. С молотком был? Да. Ржавый молоточек, ломоточек. Фарш? Где он? С этой стороны? Вот он. А уйди, уйди, уйди! Да уйди ты от меня! Два! Есть хедшот! Есть хедшот! Нормально, нормально! Он убегает, что ли? Нет. Уйди! Нет! Все, упокоили. Фух. Опасно ходить с пол хпшкой. Вот они втроем налетели. По-моему, я помню такое место. Да, было. Ну ты как? А, было лучше, но ничего серьезного. Все-таки пробили ему где-то красного урона. Но они втроем налетели и меня чуть не вырубили. Поэтому это было опасно. Я вообще расслабленный был, ну, в смысле, не то, что расслабленный, а мысли в другую сторону. Я думаю, какой мне сейчас, что мне сейчас по XP качать. Так, черт. Да уйди ты от меня! Вот так. Хорошо, хедшот. Извини, извини, чувак. Нет! Фарш. Все, еще один уехал. Блин, подлечиться что ли? Не знаю. Прямо аж опасненько как-то. Каждый раз доходит до кровавых соплей. Чего вы тут понабежали? Четыре человека понабежало. Офигеть. Так, ладно. Хилочка, хилочка, хилочка. Ну, у него типа... Бывало и лучше, но ничего серьезного. Ничего серьезного это... Типа, сколько красного? Вот столько красного? Не знаю. Но он пока что танчит. Давайте вот тут в уголочке станем. Ну, типа, все, кто могли прибежать, уже ж прибежали, правильно? А, нет, не ты. Ты. В инсайт. А что мне там нужно было? Блин, я забыл. Погодите, 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 ребят, минуточку, подождите. Вот, я себе открыл табличечку по скиллам, которые мне надо качать. И еще минуточку, я сейчас посмотрю вот здесь, что мне нужно для вот этого, чтобы они боялись. Юнион нужен. Погоди, я могу это качать? Coherence... Юнион. Юнион у меня есть? Он у меня есть! Так фига ли! Блин, я мог сразу... Сразу это туда зарядить. Мог вот это качать уже все это время. Так, это я не могу качать. Это невозможно вообще-то. Trust another for a time. А почему unavailable? Это в принципе в игре unavailable. Инверсия. Я... Нет, мне нужно вот это, чтобы они меня боялись, чтобы я мог спугнуть их, если что. Mass Confusion, то у меня сейчас не получится. Coherence нужно, да? А оно у меня... так. Оно у меня в нужных.
То есть мне это нужно качать. Хорошо, здесь я могу что сделать? Это у меня есть. Вот это как вариант. Удерживать три заклинания, выполняя другие задачи. О, это требует меньше концентрации. Это способность быстрее восстанавливаться. Ты меньше отвлекаешься, пока формируешь заклинание. Погодите! А это разве... Так, ладно. Тут у меня показано, что вот эти три вещи у меня должны быть обязательно. И вот это четвертое. Более экономно расходовать энергию. Так, вот это вот третье у меня просто обязано быть. Мы ее сейчас качнем. А потом насчет вот этих вот. Тут тоже есть что качнуть. Вот эти две показаны как обязательные для прокачки. Тут вот эти три показаны как обязательные для прокачки. Поэтому, наверное, будем так вот и поступать. Что-то мы этих туш тут навалили, штуки 4. Ну ладно, в общем-то, они не настолько опасны. Вот они когда наваливаются по 3, по 4, вот да, тогда от них можно ожидать беды. И также, если он все-таки сбивает тебя с толку, то есть... Погодите, а это не то самое место? Тут не дверь случайно? Вот не прямо вот здесь, а вот здесь. Нет, погодите, я что-то путаю. Да уйди ты от меня! На тебе хедшот. А, нормально. Он его чуть-чуть подогрел, и я его хедшотом просто убил. Я же говорю, вот эти мечи, у них... идеальное расположение. Ты когда махаешь, если хорошо подгадать тайминг и расстояние, то как раз кончиком по голове, по шее приходится. Просто офигенно работает. Кто-то, не кто-то? Кто-то. Фарш. Все, нормально, нормально. Он с трех ударов уезжает. Да, если хорошие удары, с трех ударов они такие... Эп и аривидерчи. Вот это местечко. Кстати, это... Да, в этом скелете можно пошариться, это я помню. Было такое. Я сюда приходил. Ладно, все, короче, границы черного юмора достигнуты. Тут наши полномочия, все. Нормальные люди. А, боже, скелет! Ты такой подходишь. Ладно. Я никогда не говорил, что я нормальный человек. Если уж на то пошло, я вообще никогда не говорил, что я человек. А если вы внимательно следили за нашими видео, вы точно знаете, кто мы такие. Но это уже другой вопрос. Это уже совершенно другая история. Тут ничего. Ну ладно, уговорили, ничего так ничего, пойду в другое место. На самом деле, вот когда ходишь и не заморачиваешься о том, где ты, ну, наверное, это прикольно, не знаю, как-то легче, спокойнее немножечко ходится. Чавк, 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 чавк. Где-то фарша слышу.
Здравствуйте. Это типа большая... Большая, блин. Погодите, а вы что, отсюда сет убрали? Слышите, там что-то ходит? О, мне не послышалось. А, это скелет вообще? Это полуфарш. В сгнившем шлеме и доспехе. Ну, нормально. Причем, когда по нему рубишь, он вроде как выглядит как скелет, но по нему рубишь, и из него кровяка льется. Неплохо так. Слышите, тоже вон фарш ходит? Вон он, вон он. Ну все, да. Нет, на самом деле они сильные. На самом деле они сильные. Если к ним попасться. Если вот как в прошлом прохождении мне было, что он вышел на меня со своей свитой. С двумя или тремя фаршами. И в общем-то это было довольно тяжело от них отбиться. А когда оно одно, а ты с напарником. Ну блин, это совсем уже другой разговор. Они вообще тебе ничего сделать не могут. Ну, то есть тогда они мне показались какими-то некими такими полубоссами, что ли. А сейчас... Ну, ты просто приходишь и разрезаешь их на куски. Знаете, с учетом вот такого персонажа, кто-то когда-то должен сделать на него фан-арт скин. В котором вот эта штука будет прибегать в виде Джокера с такой пастью огромной и будет такой «Why so serious?» Я на самом деле не такой же фанат Бэтмена, но вот такие вещи заставляют иногда улыбаться. Сколько тут, кстати, пастей на подземелье было? Две или три? Я точно не помню. Если вы меня сейчас спросите, то я бы сказал, что мы перебили уже большую половину здешних обитателей. Особенно то скопление из четырех. Оно было, по-моему, таким существенным. Меня пока что немножечко напрягает количество находок. Погодите, а это не здесь было то место, из которого я предпочел свалить? Там была пасть и еще какая-то фигня. И я такой, у меня было не так много жизни. Я такой, да ну нафиг, наверное, я пойду. Это... О, еще один фарш. Ну все. Отоварили. Откуда ты прибежал, другалек? Не спотыкаемся, пожалуйста. Серьезно, по одному они... Даже один на один, они представляют угрозу, только если их сильно прям запустить, если не вообще ничего не делать и давать им себя бить. А вот так вот вдвоем, ну, это вообще шикардос. А что там? А что тут? А здесь я пока не буду зажигать, потому что я сюда еще не пошел. А сюда я уже пришел. Хорошо. Ну, чувак, нам нужно будет помыть ботинки после того, как мы отсюда выйдем. Вернемся в хаб. К обычным нормальным зомбям. О, привет. Двое. Фарш и скелет. Вот это не очень хорошо. Ух ты ж, извини! Так, этого вырубили. Есть. О, красиво тыкнул. А где скелет?
Ты его убил, что ли? Погоди, ты убил скелета? Или он убежал? Он убежал. Блин, мне красного урона нанесли. У тебя как дела? Ничего серьезного. А мне красного урона нанесли, поэтому я сделаю вот так. Неприятно, неприятно, очень неприятно. Где-то по руке, что ли, ударили, или... Как-то все произошло. Ну ладно. Пришло время отхилиться. Держал у себя эту хилку последнюю. О, дверь! Ты где? А, ты здесь. Держал у себя эту последнюю хилку на тот случай, если вот прижмет, и вот прижала. Ладно. Мы, по идее, здесь тоже должны найти хилку, если все будет нормально. Если. Знаете, везде ключевое слово «если». С другой стороны, мы почти что зачистили территорию. О, вот этот меч! Почти зачистили территорию, и за все это время я получил вот столько красного урона, типа чуточку. Так, этот у нас с гнездом. Где у меня там были эти камушки-то? В мешке? Это не те камушки. Тогда эти сюда положим. Погодите, а улучшить его нельзя? Он в каком состоянии? Very fragile. Выглядит очень хрупким. Ну, это, конечно, здорово, что он таким выглядит. Это ключи. Вот. Синий туда вроде шел. Да. Самозатачивающийся меч. Слэш у него уже 5. Лучше, чем у вот этого. То есть на месте сразу на один, на половинку лучше. А сейчас, когда он самозаточится, у него то ли 6, то ли 7 будет. Он прямо сейчас будет хорош. По-моему, если ничего не изменили... Ой, я думал, это граната противопехотная. Берешь, кидаешь. Ладно. Кстати, стоп. Дай-ка мне эквип. На тебе тогда вот этот вот меч второй. Бердыш, наверное, выкинь к черту. Давай я тебе вот эту двуручку дам. Топор. Я не знаю, зачем это все. Вот этот меч красивый. Наверное, надо будет потом отсортировать, посмотреть, что нужно, не нужно. Один такой меч я оставлю у себя, один отдам тебе. У него прям неудобство 3,5, дофига. Дружище, тебе бы это... Скилл какой-нибудь качун. Блин, это все, что мне вылечило. Черт, оно, значит, пол хпшки ровно восстанавливает, да? Ну ладно. В общем-то, меня это устраивает. Это не очень приятно, но меня это устраивает. Или ты еще лечишь, погоди. Или все. Ладно, сейчас посмотрим. Надеюсь, что оно еще лечит. Вот, я нашел то, зачем я здесь был вообще, в этой канализации. Я сюда приходил за этим мечом. Я его и получил. Стой, я вижу тут лампочку. Нет, вроде как бы еще лечит. Пожалуйста, вылечи еще немножечко. Ну, как бы... Не в службу, а в дружбу, да? Мы опять без пузырьков остались. Это отвратительно. Другалек наш вроде в порядке. То есть, ну, учитывая, что он танчит, учитывая, что мы часто щелкаем клювом и пропускаем и сами удары, и, по-моему, я один раз его ударил, что было вот не очень хорошо с моей стороны. Может быть, возможно, как раз я ему и нанес тот самый красный урон, после которого ему сейчас не очень хорошо. Не будем упускать такую возможность. Я пока делаю вывод, что у нас жизни примерно одинаково, что у меня, что у него. Нужно искать бутылочки. Нужно искать бутылочки. В хабе бутылок уже, наверное, не будет. По-моему, там была одна, да? Так, тут еще один. Вот, тут второй шлем. Да, тут второй шлем у нас, всевидящий вот этот. Который, типа, лучше... А, и он с намордником выходит. Он мне сейчас снимет намордник. Да.
Слэш хороший, краш 3, проникающий 4. Но оно того стоит, в принципе. У него еще и на голове покрытие лучше. Погодите, а пушки там нет никакой? Это какая-то грабля? Да, это грабля, точно. Это пиццу доставать, это пиццу разрезать, это пиццу утрамбовывать. Нормально, тут какая-то пиццерия была явно. А, погоди, так тебе тогда этот хороший намордник нужен, правильно? У меня тот, который у меня сейчас, он же лучше, чем который у тебя. Там этот скелет ходит. Ладно, на тебе этот шлем. Я его выкидывать все равно не буду. А, не, это фарш. Погоди, это не скелет. Иди сюда. Ну, как бы и все. Нет, ну с этим мечом, да, с этим мечом уже прям можно дела делать. Так, вот это место я вроде как помню. Вот эту дверь я искал, да. Мы сейчас вот сюда по кругу пойдем. Эти какие-то фрагменты я помню, но как отсюда толком выбраться, во-первых, я не помню. Во-вторых, мне, в принципе, и выбираться-то еще не надо. Мне бы карту найти. Хотел бы я сначала найти карту, потом меч? Наверное, да. Но, по крайней мере, зачем мы сюда пришли, это мы и получили. Теперь... Давайте подзачистим тут оставшуюся территорию. Может, еще что-нибудь интересненького налутаем. Так, вот это. Оп. И ничего. Везде эти лопатки для разгребания говна. Знаете, такие в городе идут какие-то политические дискуссии. И тут сюда вниз приходит такая команда. Ребят, накиньте говна на вентилятор. Они такие, будет сделано. Вот это вот тоже... Довольно двусмысленные эти образы выдают в голове. Так. О, у нас тут есть еще желающие, погоди. Я слишком близко к нему подхожу. Этот лопатой, что ли, машет? Ай. Надо отойти. Ох ты ж! На тебе по горбу! Все, нормально. Разрулили. Вот этого хорошо забили, очень удачно. Че я столько урона-то отхал? Понимаю, что не красного, понимаю, что не смертельно, но... Блин, прикиньте, меня сейчас эти два урода могли вырубить, если бы я был один, наверное. Ну, то есть такое же уже случалось. Shit happens. А это случайно не... Ну-ка. Не, погодите, это какое-то другое место, я тут не был. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тут, короче, из народа, который здесь есть, это вот пасть... Фарш и фаршированный скелет. Фаршированные скелеты мне, пожалуй, нравятся меньше всего. Потому что фаршики отъезжают просто красавцы. У них вот этот вот удар, когда они накидываются, вот он неприятный. И он наносит много желтого урона. Но, в общем-то, с ними все довольно неплохо. Они не покрыты никакой броней. Их разрезать сплошное удовольствие. Так. О! Есть такая буква в этом слове. Кираса. А, не. Это не кираса, это поножи. Погоди, а...
Они прям поменяют то, что у меня, да? Нет, ты же не вот эти одел, ты вот эти одел. Нет, это сапоги. На что ты их там меняешь? На вот эти. Ну, вот эти лучше. Сплинт. Ну, они лучше, чем вот эти. Хорошо, хорошо, годится. Забираем. А ты кто? А, ты грабля. Нет? А, это скребок. Скребок. Для почесывания спины, знаете, такой инструмент? Кто-то их неправильно использует для выгребания говна, но все же знают, что скребок, он на самом деле нужен для почесывания спины. Это его единственное предназначение. О, какая комната. Закруг... Мне послышалось, да? Да будет свет, сказал электрик. Это выход? Другой выход. Куда? С какой стороны это мы сейчас поедем? Да, это тупичок со скелетами. Помню этот выход. Хорошо. А вот эту лампочку нельзя зажечь? Эти вроде не зажигаются. Ладно. Идем обратно, ныряем, погружаемся. Хорошо, второй выход мы тоже нашли. О! Спасибо. Нет, не то. Вот это. Это у нас страх качнулся. Давайте мы страх вот сюда вот подкинем. Это у нас замаскировать мозг. Замаскировать мозг на постоянку. Мы вот так вот сделаем. Вообще, знаете, скиллы на постоянку. Это у нас что? Учуять разум. Вот сюда. Захватить. Вот сюда. Замаскировать вот сюда. Это у нас скиллы на постоянку будут 1, 2, 3. А узбогойся. Узбогойся 4. То есть нам, по идее... Нет, давай вот так вот сделаем. Нам нужно С3. Это loyalty. С3 и С4. Чтобы потом не было. С3 и С4. Массовый страх недоступно. Инверсия. Воодушевить. О, вот это хорошая штука. Вот это я хочу. О, привет. Тебя-то я и не заметил. Воодушевление это приятно. Возможно, у нас... А, то есть тут мы прошли, а там мы не прошли. Возможно, у нас будут моменты, когда наш другалек не захочет с кем-то сражаться, и мы такие ему, ну, чувак, ну, соберись. Get your shit together, you... Ладно. У меня меч заточился или где? А, погоди! Стой, он на зеленом работает. Это я тупанул, да? Он на зеленом работает, а не на синем. На синем у нас булава работала. У него, смотрите, как он тупиться сразу начал без камушка, когда я им дерусь. Блин. Ну-ка. Ну, по-моему же на зеленом. Ладно. Дадим ему какое-то время. Блин, надо свои старые записи посмотреть. Реально, на каком топливе работает этот меч? На зеленом или на синем? На зеленом.
То есть на синем же работал у нас булава, и на синем у нас работало еще что-то. То ли костюм регенерационный, то ли что-то такое. По-моему, костюм регенерационный работал на синих кристаллах. Я помню, у меня был дефицит чего-то. Черт, это был дефицит зеленых или синих? Я реально забыл. А, вот, сюда я выходил, кстати. Только в ту сторону мы еще не ходили. То есть, выходит, я приходил с другой стороны, с этой? Да, от сундука я приходил. Сундук. Видите? Да, 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 он от зеленого работает, он начал затачиваться. Все, окей. Блин, а зеленый у меня только один, это мне нужно к големам. У них там много камушков. Может, я еще какие-то камушки в хабе найду, я не спорю. Но вроде как большая часть камней в игре именно у големов. Хватит ли мне батарейки? Вроде как этот меч не особо много батареек утахавает, если я правильно помню. Да блин, что за подземелье такое? Оно же вроде как не таким большим было, или где, или чё? Или потому что я блуждаю... О, этот фарш пришел. Да хватит! Да как я не попадаю-то? Да как я не попадаю, ты мне не хочешь сказать? Собирался удрать, я такой по ноге ему, на, нет, 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 и все. По-моему, я опять нашего ударил разочек. Ну-ка, дружище, как у тебя дела? Ничего серьезного, хорошо. У него оставалось мало жизни, он такой, давай удирать. И я ему тут, этот, другалек нашему по ноге, опа, и все, и чувак склеился. Как я по нему не попадал? То есть, ну, серьезно, мы были примерно на одном уровне. Ладно, то, что он ко мне близко стоял, но когда он... Надо будет потом в записи посмотреть, что не так-то. Кстати, регенерационная броня, она же вроде как красный урон лечила, да? Точно, ее можно будет использовать как на нас, так и на напарнике. Это типа тот случай, когда хочешь чуть подлечиться, но не хочешь тратить зельку. Так, это мы кругаля дали, это мы вернулись. Хорошо, тут мы были, пойдем. Блин, а где она была? Она была, по-моему, у големов. А где у големов? Черт, я не помню. Тут дед фарш бегает. О, тут пасть. Нет! Ух, тебя сильно задело? Не, нормально. Вот, это, по-моему, третья пасть. Их тут три штуки всего, и все, да? Вроде как больше этих тварей тут быть не должно. Черт, табуретка. Я вспомнил. Я вспомнил. Самый лютый враг... за все наше время в экзамене, за первое прохождение, это были не животные, это были не твари, не мутанты, это были стулья и табуретки, серьезно, они пытались меня убить гораздо чаще, чем все остальные. Так, здесь я был, выходит. Хорошо, пойдем дальше. Надо вообще вспомнить, где это реген броня, что-то мне
сейчас понравилась эта мысль, что мне ее нужно заполучить. Явно, что к големам мы пойдем раньше, чем на базар. Базар — это у нас практически последняя точка. У големов у нас фишечка с фишечками, но, в общем-то, вроде как там ничего сложного. Если все по-человечески делать. Черт, тут вроде как где-то в конце должен быть то ли комната, ну, грубо говоря, офисная, то ли что-то такое. Там я никак ее найти не могу. То есть, по идее, я тут уже практически все обошел. Что мне еще осталось-то? Так, а это что за место? По идее, у нас канализация проходит без особых проблем. Единственное, что мне пришлось бутылку использовать. Но не потому, что меня тут так покалечили. Меня тут докалечили до того момента, когда мне уже пришлось ее использовать. Но сама по себе канализация, вот это тоже, блин, щель такая. Оно, наверное, подразумевалось как какое-то темное и гнетущее место. В первые разы оно, наверное, таким для меня и казалось. Но вот сейчас для меня канализация как какая-то такая легкая прогулочка. Во-первых, потому что я знаю, что монстры здесь не очень сложные. Во-вторых, еще вот это вот знание про фонарики добавляет мне кучу уверенности. Я теперь могу бегать по практически светлым помещениям. Блин, да куда? Сюда, что ли? О, да, сюда. Здесь я еще не был. Единственное, что я немножечко заблудился. Я не сильно в восторге от этого, но я думаю, что мы сейчас попробуем как-то это все найти. В крайнем случае, если я прям заманаюсь тут бегать, то черт с ним, я просто найду себе карту и... Ну, не тратить же время просто на блуждание. Для игры это нормально. Для... Слышали? По-моему, вот, кстати, это место, которое я искал. Как бы я говорю, что формат игры и формат геймплея, они немножечко отличаются. Для игры я не против побегать где-то полтора часа, поискать что-то. Но в формате летсплея хочется, чтобы все это выглядело зрелищно и красиво. О, я здесь был. Вот этого другалька мы с вами уже отоваривали. Но здесь просто тупичок. И, в принципе, и ладно. Ребят, знаете что? Давайте тогда на этом мы сейчас закончим. На следующий раз пойдем доисследуем уже эту канализацию чертову. Пойдем доисследуем хаб, если получится по времени. А пока что вам все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.